Детские музеи разбросаны по всей Америке и очень нравятся детям. Они предлагают массу интерактива и активности. Тут ты учишься, играя. Не говоря о том, что тут можно рисовать, лепить, строить и даже ломать, ребенок мгновенно может оказаться врачом, учителем, продавцом, поваром или банковским работником. Тут часто проходят тематические мероприятия, и можно пригласить друзей отметить твой день рождения. Также всегда имеются места для отдыха и перекусов. Ну и, конечно же, площадка на улице. И внимание! Если у вас большая семья, а достаток все еще невысок, и вы уже получаете какие-то плюшки от государства, то вход в подобные заведения условно бесплатный. Смотрите условия ваших штатов и хватайте годовой абонемент. Дети подобные места обожают. Не лишайте их радости.